во Всероссийской школьной олимпиаде. Это было в Ульяновске, я была в 9 классе. Там впервые я выиграла на российском уровне олимпиаду. Спорт дает дисциплину, уверенность в себе, какую-то силу, стойкость, внутренние силы, внутренний стержень. Работа отнимает достаточно времени, но спорт возвращает мне эти силы. Общий стаж работы у меня больше 10 лет, до пенсии осталось 3,5 года. Буквально на второй день моей службы в Следственном комитете у меня было совершено впервые на моей практике убийство, вот, на которое я выехала с опытным следователем-криминалистом, который оказал мне практическую помощь. В нашей службе нет разделения на мужчин и женщин, есть следователь. А в моей практике больше всего это было именно преступление против личности. Это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Как правило, в ходе распития спиртного кто-то что-то с чем-то что-то не поделил. И, соответственно, хватаемся за нож, за палки. Для меня более интересны дела, которые требуют скрупулезной работы, так скажем, прошлых лет, потому что доказательства за то время многие уничтожаются, следы, предметы преступления можно уже и не найти. Потерпевший наш находился в розыске из-за города Тюмени, они присылали сюда поручение. Ходили в адрес, установили, что была осуществлена продажа квартиры. Тем людям, которые купили квартиру, была предъявлена фотография. Показали, что это не то лицо, которое им продало квартиру. Понимали, что был осуществлен факт мошенничества по продаже, но не понимали, где у нас все-таки потерпевший находится, потому что изначально подозреваемый не признавал свою вину. Говорил, что он еще живой, уехал, вы его в скором времени найдете, он приедет, вернется. Мы понимали, что с 13-го года человек нигде не фигурировал, не обозначался ни в каких организациях, службах. И у нас свидетели указывали, что тело потерпевшего вывозилось в заброшенный дом подозреваемого, где ранее проживали его родители. В одной из комнат, забитой гвоздями, было обнаружено тело, которое с 2013 года лежало. Это как своего рода головоломка, которую тебе надо найти ответ к ней, подобраться к истине. И за счет этого у тебя есть интерес установить, что же все-таки произошло на то время. А вот эти преступления интереснее еще тем, что человек, который совершил его в далеких годах, он понимает, что ему тогда удалось избежать ответственности. Но когда ты ему предъявляешь доказательную базу, которую тебе удалось собрать с тех времен, то у человека уже как бы мысли меняются. Он начинает уже по-другому строить версии, либо уже признается. Психологически нужно найти подход к любому человеку, чтобы он тебе сознался в совершении преступления. Ты понял этот мотив его и умысел, с чем был связан. Мы же по итогам расследования уголовного дела выносим представление, например, об устранении причин, условий, способствующих совершению преступления. Чего-то не хватало, где-то денег не хватало, где-то, может быть, воспитания не хватило, как, там, например, несовершеннолетние совершают преступления там, в сфере каких-то там незаконного оборота наркотических средств. И поэтому мы с ним и работаем, мы с ним общаемся. Женщина, она же все-таки такая, должна быть более хитрая. Она знает, может быть, где-то подход к людям. Женщина женщину поймет, или ребенок, если там несовершеннолетний какой-то. Он все-таки, можно к нему тоже как материнский подход найти. Мы никаких границ не ставим тоже. Хороший человек, плохой человек. Мы свою работу должны выполнить качественно, своевременно, в срок. Мы не спали трое суток, ни мы, ни оперативные подразделения. Когда ты передвижения какие-то делаешь, у тебя как-то сон сбивается. Потом, да, потом ты можешь сутки пролежать просто вот отсыпаться, потому что ну, организм требует восстановления. Все равно ты должна встать утром красивая, собраться на работу. Просто встаем пораньше где-то на работу. Где-то там, если поздно приходим, ну, делаем сначала все свои дела, приводим себя в порядок, дом в порядок. Обязывают нас выглядеть во всем безупречными, если мы говорим о том, что мы соблюдаем законодательство, да, и требуем это от граждан. И в том числе мы должны, наверное, и выглядеть достойно, чтобы с нас брали не только пример как соблюдение законодательства, но еще и внешнего вида.